Всем привет! Сегодня на обзоре будет вот такой телефон российского производства с автоматическим определителем номера. Называется он многофункциональный телефонный аппарат Pulsar 2201. Сейчас я раскручу его, поставлю на паузу ролик и потом включусь. Продолжаем видео, друзья. Вот все лишнее я отвернул, чтобы оно не мешало обзору. Вот так он выглядит внутри. Стоит вот такая плата. Ну и давайте начнем смотреть, что здесь можно забрать. Транзисторы КТ-940А. Это транзисторы 814 и им подобные. Обзор я уже делал на эти транзисторы. Кому интересно, можете посмотреть. Ссылка будет вот здесь вверху. Далее микросхемы разные. К561, 92 год, К157УД, К176, 93, К555, ТМ, 90 год, КР11533 и Р23. Эту я уже озвучивал. Также вот основная КР1858ВМ3, 95 год. Вот это вот КР537РУ10, 91 год. Должна быть жирная по содержанию. И вот такая вот японская. Не знаю, что она тут делает. Из всех вот одна деталь. А, вот еще одна микросхема импортная. Не знаю, чьи они, но вот это японская, на ней написано. Так, дальше смотрим. Есть несколько конденсаторов. Есть вот такие вот К10-27. Они приемные. По-моему, около 40 тысяч рублей за килограмм. Это КМ-ки. Дальше, что здесь еще? Вот такой геркон с позолотой, с легкой позолотой внутри. На финаж также пойдет. Резистор, но резистор неприемный. Тут ничего нету. SP3-4. В общем, несколько КМ-конденсаторов, штук 7, микросхемы и транзисторы, также геркон. Сейчас на паузу поставлю, все сниму и уже покажу то, что осталось. Ну, то, что я отсюда снял. Продолжаем видео, друзья. Вот перед вами все, вернее, почти все, что удалось снять с телефона, приемное. Это диодный мост КЦ-402А. Но он только для финажа, так его не принимают. Там золото содержится. Светодиод. Они оба стояли вот в этом блоке питания. Так, дальше с самого телефона. Вот такие вот световые индикаторы. Ну, там как бы золото не видно, но на всякий случай я его оставлю. Вот его маркировка LS318.
95-й год, третий месяц. Далее, Геркон. Реле Герконовое. Также мы видим позолота. Для финажа можно смело брать. Следующая. Одна резисторная сборка попалась. NR1-4-9M. По справочнику в нем содержатся металлы платиновой группы. Даже, по-моему, рутени есть. Тоже хорошая вещь. Но почему-то их так вот не принимают, я не видел. Наверное, тоже делать аффинаж нужно. Но все равно оставляем. Микросхемы. Конечно, половина из них были негодные. Но вот та, про которую я вам говорил, КР-537РУ-10, 98 август месяц. Вот, обратите внимание, позолота присутствует. Далее. Три вот таких микросхемы. КР-1533ИР-23, 91 год, 6 месяц. Вот они. Смотрим. Также позолота присутствует. Дальше. Крылатая микросхема 157 УД-1. Обратите внимание, также есть, не помню год, по-моему, 91 был, когда кусал. У них есть разновидность К-157, только у них явно выраженная позолота на ногах есть. Такую я первый раз крылатую вижу, 157-ю. Далее, вот что меня удивило, КР-1533ИД-4, обратите внимание, также позолота присутствует, но 94 год. Это довольно-таки редкое явление, я мало встречал микросхемы, в которых после 92-го там содержится позолота. Еще такая микросхема меня удивила. Импорт, который я показывал. 94-й год, 49-я неделя, вот ее название. И смотрите. Также позолота присутствует. Ну и самое вкусное — это КМ-конденсаторы К10-27. Вот на плате их было 7 штук. И потом, после я уже разобрал трубку, на трубке также еще 3 штуки. Продолжаем видео, друзья. Катастрофически места не хватает на телефоне, поэтому с прерываниями получается. Вот еще здесь 3 КМ-конденсатора К10-17, они, прошу прощения, их К10-27 назвал. Также полубочонок видим с содержанием золота. Это транзистор 310. И еще обратите внимание, вот такая интересная деталь есть. МКЭ 3-3, 93-й год, 4-й месяц. Я по справочникам посмотрел, это микрофон. Тут тоже есть содержание золота. И довольно-таки неплохое. Я первый раз такую деталь вижу. Сейчас мы снимем для интереса все. Я на паузу поставлю, и мы конденсаторы К10-17 взвесим. Так, продолжаем, друзья. Вот конденсаторы все. Посмотрим, сколько их получилось. 1,4 грамма. Также забыл подсказать про подстроечники, еще в них серебро содержится. Вот такой вот результат с нашего телефона Pulsar. Это, скажем так, молодая Россия производства. На этом обзор закончен.
Всем, кому было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, просматривайте мое видео, кто не видел. Всем удачи!